Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Только что открылась биржа, и Сургутнефтегаз упал. Я пытался провести прямой эфир, там что-то было со звуком, фонило, говорят. Вот, я хотел показать все в прямом эфире, но сейчас покажу в записи, что произошло вот только что. А только что мой Сургут приказал долго жить, значит, сработала моя заявка, которую я сделал, 43-135. Вот, какая была заявочка, сейчас посмотрим. Стоп-цена 47-135, цена стояла намного ниже, но она именно по этой цене и закрылась, 43-135. 5. Закрылись. Дивидендное ралли у меня, ну, для меня, по крайней мере, отработало. Вот. Буду ли я входить снова в Сургут? Да ну его нафиг, не буду. Я, наверное, больше... Ну, плечо есть плечо. Вот. Можно подводить итоги. Итоги. Сейчас давайте посмотрим. Дневной график. Так, я в него входил где-то вот 03-06. Примерно вот здесь. 6% я заработал на Сургутнефтегазе за 30 дней. Ровно месяц я был в сделке. Получается так. Ну, собственно говоря... Результат хороший, плохой, я не знаю. Вот, ну, такое дело. Так, что у меня здесь сейчас? Российских рублей 35 тысяч у меня сейчас в плюсе. Ну, и я буду сейчас реформировать свой портфель. Вот, я планирую докупить, ну, на 12 тысяч, вот, вы видите, примерно, значит, у меня... Яндекс докуплю, докуплю Газпром, как я говорил, ВТБ, вероятно, куплю, вот, возможно, Сбербанк докуплю, ну, просто буду раздумывать на самом деле, вот, ну, Яндекс точно я хотел купить. Вот такие дела. Завершилось наше дивидендное ралли, похоже, для меня. Я буду еще наблюдать дальше, но уже как сторонний наблюдатель. Да, у меня, кстати, Сургутнефтегаз, посмотрите, он у меня остался в портфеле, те, которые были куплены мною. Возможно, я куплю, так сказать, я хотел оставить один лот на акциях, но, соответственно, наверное, я докуплю Сургутнефтегаз префы для того, чтобы уже быть в теме. И, ну, чтобы он был, по крайней мере, потому что дивидендная доходность совсем неплохая. Сейчас я его на минимуме где-нибудь и куплю. Вот. На сегодня все. Оставайтесь на моем канале. Сейчас я буду снимать видео. Я вчера был в открытии. Там есть новости достаточно интересные. Вот. Поделюсь с вами и буду готовить несколько видео по итогам встречи, там, по нотам и так далее, и так далее, и так далее. Там много чего интересного. У меня не только... Ну, Сургут закрылся. Я бы не сказал, что это проблема. Это, ну, приятная вещь. Я заработал 6%. Сейчас вот он падает. Вот. Есть проблема у меня с нотой, вот, которая... Я не получил купон. Есть проблема со стратегией Уолл-стрит, которая накрылась. Ну, в общем, я обо всем подробно расскажу. Сейчас до встречи. Оставайтесь на моем канале. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий.